Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Boston Technic. Сегодня к вашему вниманию представляем сеялочку Miller Wassermash MS8 2013 года выпуска. Полнокомплектная. В этом году отсеяла. Прошла полное сезонное обслуживание, подготовку всех узлов и агрегатов. И сейчас продается. Баки все целые, рама целая, только есть вот в двух местах усиление на треугольнике с двух сторон. В остальном никаких нареканий, сеялочки нет. Маркеры на гидравлике. Как я и сказал, полностью обслужено все. Все цепи, все элементы, все смазано. Сеялка хорошо отсеяла, съела семечку. Так что вариант хороший. На данный момент абсолютно без вложений. Если кому-то срочно надо, это ваш вариант. Все узлы, все элементы, все полностью в отличном состоянии. Даже осталось удобрение. Синие проводы. Все узлы, элементы, все на отлично. Колеса тоже в полном порядке. Прикатывающие. Провода, гидравлика, все на отлично. Шикарный рабочий вариант. В шикарном состоянии. Хорошая сеялочка без вложений. Это ваш вариант. Пишите, звоните, приезжайте на осмотр. Если нужно будет, организуем доставочку к вам в хозяйство. Все пройдет на высшем уровне, как всегда. Ждем вас в гости. Всем хорошего дня и до скорой встречи. Пока.